Инцидент в Черном море. У берегов Турции в 40 километрах северо-западнее пролива Босфор затонул российский разведывательный корабль. Лиман столкнулся с судном «Ашот-7», который шел под флагом ТАВО и получил пробоину правого борта ниже ватерлинии. Турецкая береговая охрана эвакуировала 78 российских моряков. Погибших или пропавших без вести нет. По предварительным данным, столкновение могло произойти из-за низкой видимости.